Начнем с новостей в мире. 87 человек погибли в результате авиаудара армии Израиля на севере сектора Газа. Был атакован город Бейт-Лахия. 100 человек ранены. Власти Газа ожидают, что число погибших может увеличиться. Бомбардировка пришлась на многолюдные районы. Разрушен жилой комплекс. Работу спасателей осложняет отсутствие связи, пишет BBC со ссылкой на гражданскую оборону анклава. Сахал заявили, что цифры, опубликованные местными властями, подконтрольными Хамас преувеличены. Ранее в ООН заявили, что израильские военные практически полностью отрезали север сектора Газа от основной части анклава, чтобы уничтожить инфраструктуру движения.